украинский батальон «Волки да Винчи» вооружили беспилотными турелями «Сабля». Турель «Сабля» устанавливается на специальную платформу «Рысь». Роботизированная платформа «Рысь» разработана для транспортировки вооружения и оборудования в горячих точках. Она может обеспечить безопасную доставку турели и другого оборудования в назначенное место, а также для безопасного перемещения на поле боя. Военный оператор управляет платформой с турелью с помощью пульта дистанционного управления. На дистанционной турели устанавливается танковый пулемет калибра 7,62 мм. Эта система может быть установлена на автомобиль, окоп, блиндаж или другое место. Турель оборудована видеокамерой и тепловизором. На нее можно установить пулеметы, гранатометы и другое оружие, а благодаря различным сенсорам и дистанционному управлению, операторы могут вести огонь из турели, находясь в безопасном месте с расстояния до 2 км.